Михаила Лобанкова называли партизанским асом. В составе Северной авиагруппы он совершил 169 вылетов к партизанам. Большинство полетов проходило в сложнейших условиях. Садиться приходилось на пересеченной местности при помощи единственного аэронавигационного средства – костра. За время войны Михаил Михайлович доставил партизанам сотни тонн груза. Оружие, боеприпасы, медикаменты, продовольствие, вывез множество раненых и больных. Красиво. При выполнении заданий самолет Лобанкова неоднократно подвергался обстрелу. Во время одного рейса на него пошел в атаку истребитель противника. Экипаж Лобанкова открыл по немцу вот пулеметный огонь. Боевое крещение у тебя! Из училища! Сразу герой! Держись, братец! Почти дома! Он умелым маневром увел самолет, и фашист потерял их из виду. Садимся! Живой? Живой, спрашиваю, а? Ну? Живой. Так Лобанков спас веренный ему экипаж и боевую машину. Я же говорил, с нами ничего не случится. За отличное выполнение боевых заданий, за проявленные при этом храбрость, мужество и самоотверженность, он был награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, медалью за оборону Ленинграда.